Мастацкий совет отобрал лепшие работы удельников международных пленеров по керамице «Арт-Жижель». Теперь их можно побачить на тематичной выставе у Мастацкого музея Бобруйска. Подробности у наступном материале. Сёлета на пленеры по керамице «Арт-Жижель» працавали мастакі з 7 краін свету. Па яго выніках мастацкі савет адабраў лепшыя творы фэсту для фондаў Бабруйскага мастацкага музея і выніковыя выставы. Я хочу сказать, что наш пленер котируется на постсоветском европейском пространстве довольно высоко. То есть мы все-таки завоевали свое место. Вот, благодаря постоянному вот проведению и благодаря тому, что у нас обжиги дровяные, что у нас работают небольшие печи, и, в общем-то, можно, художники могут сами участвовать в этих и обжигах, и тому подобное. Спасибо городу за то, что он поддерживает, спасибо области за то, что она поддерживает, выделяет деньги, помогает в организации. Ну, и то хорошо. По задумке организаторов, пленер «Арт-Жижель» является шерохом майстер-классов для удельников. Работы, створенные у самой разной техницы, ураживают самобытностью мастацкой думки. Например, стиль стимпанк, когда у руках майстра глина перетворяется у соправдный металл, представлены на «Арт-Жижеле» у першиню. Это сочетание каких-то животных, людей с механическими элементами. Ну, симбиоз. Более такое, как постапокалиптическая жизнь. 14-й пленер просвятили году культуры. Тому его основная тема – мастацтва, как осяродзе існавання. С работами удельников «Арт-Жижеля» можно познакомиться у Мастацким музее Бобруйска, починаючи с 25 жнивня. Ганна Лапо, Дзяніс Бутылін, «Новини регіон».